Теперь Антон за молодых. Да. Короче, это самое. Надо выровнять ситуацию, Антон. А то у нас что-то старые проигрывают. Мне по кайфу, я не для оценки. Окей. Черные пояса. Антон, хочешь проверить, бьет он или нет? Так кай-кай ему, если он коричневый, пояси не будет. Черные пояса. Хаку тарю, да? Какую тарю? Там Миша новый, да? Кроме скрутки. Жалко ноги. Ну, черные пояса. Черные пояса. Ну, какая разница, да. Сделаешь, я буду стучать. Все, да. Окей, да. Правила такие, на сабмишене стучим. Да. И зовем маму. Да, и плачем. Поехали. Ребят, не уходите без общей фотки, пожалуйста. Вот он, да. Дома делал. Градус тоже делал. У нас единственный, кто на карантине тренировался, это Толя Абрамов. Знаменитый дзюдоист на всю Россию. А пока же Панкос его был за гаражом. Президента Владимира Владимировича. По телеку не показывали. Показывали. Я пропускал. Да, показывали, Панкова-то нет. А, Панкова нет. Вот видишь, кто ближе. Меня показывали какие-то, когда я из Италии вернулся 1 числа, когда карантин начался. Когда Панков привез в страну. Чем ты это сказал? Спокойно. Блин, потом свою смотрим, посмотрим. А я... Я же жопой постоянно представляю. Так он молчал с черепахи. Специально. Вор. Ну, как классно это было. Полубэкмаунт. О, готовы? Согласны с позицией? Озираюсь назад. Ешь, тебе позже все равно. Да. Вот, дальше. Когда тебе столько лет, ты уже на все помнишь. Ты уже на все согласен. Когда ты под очков покачиваешь. Опа! Да. Опять победила эта молодежь.